Во Франции запретили эвтаназию. Национальный конгресс проголосовал за закон, который одновременно с запретом на эвтаназию дает право медикам давать неизлечимым пациентам седативные и обезболивающие препараты вплоть до наступления естественной смерти. В документе оговорено, что препараты разрешаются, даже если могут привести к сокращению человеческой жизни. Каждый должен иметь возможность лично решать, как прожить свои последние минуты. Таким заявлением поддержал законопроект один из разработчиков Ален Клейс в ходе парламентского обсуждения.